Маргарита Борисовна Терехова родилась в 1942 году в Туринске Свердловской области в семье актеров областного драмтеатра Бориса Терехова и Галины Томашевич. Маргарита хорошо училась, занималась спортом и была капитаном юношеской сборной по баскетболу. В 1959 году окончила школу с золотой медалью. В этом же году поступила в Ташкентский университет на физико-математический факультет. Проучившись 2 года, уехала в Москву поступать во ВГИК, но не прошла, а была принята в школу-студию при театре Моссовета. После окончания театральной студии в 1964-м принята в труппу театра Моссовета. Дебют в кино состоялся в 1965-м в фильме «Здравствуй, это я». В 1974-м Андрей Тарковский пригласил Терехову на главную роль в фильме «Зеркало». Широкую известность актриса получила после выхода в 1977 году фильма «Собака на сене». В 1983 году актриса ушла из театра Моссовета и 3 года работала в театре «Балаганчик», который организовала вместе с музыкантом Игорем Тальковым. В 1987 вернулась в родной театр Моссовета и уже попробовала себя как режиссер. С 1996 перестала сниматься в кино, но в 2005 снялась в «Чайке Чехова», где кроме исполнения роли Аркадиной была также сценаристом и режиссером. В этой картине снялся ее сын Александр, который окончил режиссерский факультет ВГИКа. Первым мужем в 1964 стал ее однокурсник Вячеслав Бутенко. Их роман начался еще на первом курсе. Но через 3 года в 1967 они развелись из-за новой любви, которая случилась во время съемок фильма «Бегущая по волнам». Вторым мужем стал болгарский актер Савва Хашимов. В этом же 1967 родилась дочь Анна. Брак актеров просуществовал 2 года, а потом пара рассталась. Причина разрыва банальна: он не смог жить в Москве, для него не было ролей, а она не захотела уезжать в Болгарию, там ее никто не знал. Третий раз Терехова вышла замуж за режиссера Георгия Гаврилова, брак с которым длился 15 лет. В 1981 родился сын Александр. В 1977 году Маргарита Терехова была на съемках в Таджикистане. Там же познакомилась с неким Тураевым. Между ними завязался роман, а в 1981 Маргарита родила сына Александра. Тураев был женат, поэтому Маргарита ничего не говорила сыну об отце. Тайну его рождения она открыла Александру спустя много лет. Четвертый брак актрисы с автором программы «Голубой огонек» Алексеем Габриловичем тоже был недолгим. В 1995 он умер, и Маргарита Терехова стала вдовой. В актерском багаже Маргариты Борисовны Тереховой 62 работы, из них 55 в кино.